Прием-прием, здарова всем, с вами Хилл Хёрс, у нас балдежнейшая игра, называется Yet Another Zombie Survivors. Это, короче, бесконечный режим, я кое-как смог продержаться 20 плюс минут. Вот, возможность остановочная, открыл, короче, по ходу следующий режим, хардкорный, и бонусы для пироманта. Сейчас мы с вами, скорее всего, отправимся на прокачку пироманта, если все хорошо получится. Нам бы еще пожить, потому что хотелось бы побольше рекордов поставить. Уровень уже 54, мы очень жестко долбимся со всеми этими противниками. Очень сложно получается, но что-то-то получается. Это уже хлеб, знаете ли. У меня еще все пухи до конца не прокачаны. Это немножко неприятно. Из минусов в этом режиме очень мало денег дают. То есть, если в обычном режиме я уровней 5-7 поднимал, то здесь всего лишь 6. Хотя уже персонаж прожил охренеть как долго. Ну, согласитесь. На самом деле, надо бы сливаться и нового пробовать. Потому что я ему новые обилки открыл. Две штуки, как минимум. Пироманту. И надо смотреть, что же они дают. Я возьму, наверное, Weapon Speed, Attack Speed. И еще у меня бонус на суперскорость взялся. Тут 250 Movement Speed я сделал плюс. Процентов, разумеется. И это вам не хухры-мухры, как говорится. Давайте, наверное, сольемся уже, фиг с ним. Давайте, кусите меня, мистер зомби. Мы уже достаточно много сделали красиво. Так, континуй. Надо было посмотреть по дамагу. Блин, я много всего открыл. Очень много всего открыл. Давайте стартуем. Открылось у нас вот это и вот это. Слушай, какого хрена оно все равно не открывается? Я просто... А, нет, открылся хардкор. Standard. Get ready for match. Ага. Давай также попробуем Endless режим. Не факт, конечно, что получится, но мы с вами со всей силы попробуем. Здесь поначалу очень все долго получается. Начинается, развивается, но потом как разгонится. Мама родная, держите меня, как говорится, семеро. Получается 12 секунд и первые противники. Ага, раньше я их ваншотил, странно. Ну и потом еще в каком-нибудь видосе хардкор мод затестим, разумеется. Здесь, короче, самая большая сложность сейчас получить какого-нибудь атакующего персонажа, потому что этот очень мало дамажит. Либо ему как можно скорее огнемет открыть. В противном случае придется посасывать Бибу. Так, Pharaoh ignites his flame with boots. Давай возьмем... Дамаг, пирсинг, кулдаун, 25 секунд. Возьмем вот это. У меня теперь огненные ботинки или нет? Фаерволк. А хрен ли она не работает? Вот так, да? Ну, не знаю, насколько это прикольно. Выглядит, конечно, необычно. Слушай, ну этот персонаж весьма хорош. То есть без шуток, без рофлов, это экстра крутой персонаж. Сейчас посмотрим, как C4 бабахает. Если когда-нибудь бабахнем, тут скинул. Ой-ой-ой, как эффективно, мать моя. Ну давай все равно автоатаку улучшать. Приятный персонаж. Как оказалось. Он, наверное, один из самых мощных пока что за последнее время, но объективно. Хера себе эти работяги дамажат. Нам по-любому нужен Инфернакс. Хе-хе. А можно мне пуху? Может, что без пухи мы тут вообще не сделаем. Блин, и все, скорее всего, это остановочно. Я не выйду отсюда. Лучше, наверное, получить урон, но выйти. Так, и следующее у нас, возможно, будет пуха, которая позволит нам чуть дольше пожить. Так, давай C4 побахай на все деньги. Ну, ее улучшать надо. Улучшать и улучшать. О, наконец-то у меня Blowtorch есть, который будет позволять нам дамажить больше. Они эффективны. Я тут расходую свои хп персонажа. Но, тем не менее, стараемся со всех сил. Изо всех, мать его, сил. Так, там уже бонус пошел. Надо идти его брать, пытаться. Я следующим брал сватовца, потому что у него направленный урон, и это весьма эффективно. Согласитесь. Надо его стригернуть и активировать. Так, Weapon Attack Speed. Я возьму вот это. Армор тоже не помешает. Че, огромный огнемет взять? Странно. О, у меня соседи включились. Надеюсь, вам не слышно. Скорее всего, не слышно, потому что шумодав справляется. Мне очень долго не дают выжившего. Уже вторая минута. Выжившего нет. Охренеть, что за фигня? Игра, что ли, сломалась? Или я что-то, вон, наконец-то, на 2.06, на 2.05. Теперь надо пойти взять его и взять обязательно, наверное, сватовца. Что в противном случае мне тупо депса не хватит. А депса хотелось бы хватить. Блин, и как жить-то? Придется получать урон, лишь бы можно было пройти. Главное из угла выйти, потому что в углу будет неприятно. Так, реролл, сватовца возьму. Первое улучшение, наверное, супер огнемет возьму, если мне дадут.
Вот эти дистанционники столько урона наносят, это просто шок. Блин, там столько левелапов, а я их взять не могу. И в принципе инженер хорошая штука, потому что он купол создавал. Нужно рерол. Блин, ребята, мне нужно что-нибудь хорошее, а мне говно дают. Не дают то, чего нужно. Слушай, до сих пор не дают. Давай я забаню это говно, потому что это не то, что мне надо сейчас в данной конкретной ситуации. Я отлично задефенсил, очень удачно. Пойти бы сюда. Так, Weapon Critical, давай Weapon Critical. Ability Reduction, конечно, прикольно, но не настолько прикольно. Блин, все равно огнемет не дают. Что за дела? Я сейчас СМГ уже вкачаю. Шок, конечно. Можно огненный урон увеличивать, либо элементальный. В принципе, еще и медик брать будет вомбо-комбо. Надо всех, наверное, когда-нибудь оперативников открыть. Когда-нибудь я это сделаю, когда и без понятия. Потому что времени категорически не хватает. Вчера чуть-чуть Stones Shard записал, очень-очень-очень понравилась игра. Слушай, до сих пор не дают, но это шок. Давай бомбу возьмем. Ну, депса вы понимаете, что не хватает. Думаю, все все видят и все все понимают прекрасно. Ну а чё, как говорится, делать? В ту сторону бежал, ради чего, чтобы еще дальше потом в СОС бежать? И тут столько звуков. Блин, да до сих пор не дают. Ну что это за шутки-то, игра, мать твою. Ну наконец-то, ну хоть что-то хорошее дали. Так, макс хелс, хелс. Не хочу пушку брать. Возьму макс хелс, потому что пушка мне не очень понравилась. Стеклянная. Я потом очень много урона получал. Слушай, а насколько огонь? Огонь очень неплохо дамажит, кстати говоря. На секундочку. Блин, замедлили меня что-то со всей силы. СМГ возьму. Надо обилок тоже взять, побольше будет по возможности. Ой, повезло. Чудом повезло, что как-то мимо пробежал. Скользь. И теперь надо assault rifle взять обязательно. Иначе может быть туго. Я, наверное, liberate возьму. А, давай коки возьмем, коки тейлы. Наверное, no pain, no gain надо взять, потому что урона я часто получаю. Это хотя бы немножко будет бустить меня. Хотя бы какой-то профит, так сказать, как сказать. Даже постфактум догорают весьма-весьма эффективно. Как бы это не выглядело странно, но фактом, как это остается фактом. Мне нужен assault rifle, иначе урона не хватит. Но не дают бонуса. Буду хоть что-то брать. Ради интереса, так сказать. Надо было посмотреть, сколько медикам я урона нанес. Потому что медик тоже нормальный парень, если его правильно раскачать. Weapon Critical Damage. Давай возьмем. Ой, ну я, извините, я за на счетчик FPS засмотрелся. Тут мой косяк. И что еще заметил? Очень мало магнитов падает. Прям, ну, очень мало магнитов. Если не сказать, что вообще не падает магнитов. Бы магнит на вес золота. За всю ту катку, ну, штуки 4, может, мне выпало. 3 точно помню, может чуть больше. Ability Duration. Я возьму, наверное, Dodge. Потому что всякая фигня на обилке мне неинтересна. Может быть, я не прав, но уж извините. Опа. Говнюка сжечь. Вот, СМГ хотя бы чуть-чуть улучшим. Я все еще, наверное, буду двоих улучшать. Мне кажется, это куда лучшее вливание очков опыта. Чем что бы то ни было еще. Элитников надо поджигать. Либо взять медика, инженера, точнее, и взять ему еще купол. Купол тоже очень поможет. Но тогда я винтовку ни хрена не улучшу. А это тоже достаточно проблематично. Я очень сильно в уроне потеряю. У нас там бонусы, кстати, выпали. Немножко неудачно меня тут зажали со всех сторон. Магнит, кстати, на секундочку. Спасибо, что взялся. Я бы предпочел, конечно, винтовку, но мне ее не дали опять. И такое ощущение, когда я беру следующего оперативника, у меня скорость бега чуть проседает. Есть у меня такая закономерность, по-моему. Может, я, конечно, придумал. Может быть, нет.
Рипан криты. Давай его. Как это? Криты, криты, наша. Все. Криты не ошибка. Денег мало падает тоже. Надо будет еще хардкорный режим обязательно попробовать. Обязательно. Как-нибудь опробовать. Наверное, либерейт возьму. Забаню нахрен это. Хочу assault rifle. Слушай, ну не дают ведь. Могли бы и дать. Обидно, очень обидно. Брать не буду. Снова не дают. Давай вертолет еще возьмем. Просто чем больше обилок, тем эффективнее они будут дамажить. Что, в принципе, тоже верно. Надо очень мощно элитников фокусить, но это тяжело. И дефенс-механик тоже надо каких-нибудь будет сделать. Тут какие-то жиденькие персонажи. Очень-очень нахлипенькие. Видос надо назвать. Полностью прокачанный пиромант творит дичь. Наверное, как-то так. Слушай, да что же не дают, что хочу? Какая-то гига-подстава, не иначе. Еще бы чуть-чуть, уже не успели выйти. Из этого места круга. Буст, давай возьмем вот это. Потому что боссов здесь очень дохрена. Посмотрим, как это вообще работать будет. В обычном режиме это менее эффективно, а вот в этом может быть очень даже неплохо. Скорости бега вообще нет. Ты вроде босса убил, а толку-то? Как-то ничего особо не увеличилось, по-моему. Либо я до конца не понимаю, как это должно работать правильно. Будем разбираться. Блин, броня упала. Ну, бывает и так. Я все еще хочу assault rifle. Вот, ну наконец-то игра стала давать то, что мне нужно. Теперь уже можно брать и медика, инженера в смысле. Сейчас только надо винтовку чуть-чуть пробустить, чтобы она увереннее себя чувствовала. Будет нам, так сказать, счастье. Давай, наверное, флеймфроуэр, чтобы он уже не попадался, не занимал слот улучшений. Ни хрена себе. Как поездом по нашему персонажу прокатились. Броню возьму и буду себя хорошо чувствовать. Силка далеко, к сожалению, я за ней не пойду. Вот сюда можно и сходить. XP отлично, еще больше на 20% опыта. Это же вообще подарок судьбы. Где взять? Cooldown. Давай Weapon Cooldown Reduction. Должно быть неплохо. Дуралей побежит. Я был готов, я следил за ним. Так, ну что, давайте мне инженером. И мы победим эту катку. Давай грены еще возьмем, пусть будут. Вроде скорость бега дали, а ни хрена не дали, как будто. Отличный инженер, это хорошо. Теперь надо купол получить. Потому что без купола оно и нафиг нужно. Можно... Ариролл? Отлично, повезло очень. Теперь щит будет тормозить тех, кто будет ко мне подходить. Мы должны просто колоссальный урон наносить. После глянем, кто урона нанес много. Жалко, элитники не тормозятся, было бы круто. Столько всяких умений обилок происходит, везде жесть. Так, давай, наверное, винтовку все-таки.
А в той катке у меня еще жесткая регенерация попалась, я тоже помню. Прям очень жесткая. Чуть ли не плюс 6 хп в секунду. Уже 49 фэпосов, 50 фэпосов. Ну что за жесть? Ай-яй, неприятный урон везде. Нормально ушел. Успел, дал, ушел, как говорится. Макс фокуса по этому работяге, отлично. Так, давай имп и гранату возьмем. Тоже хороший урон делается. Скорости бега прям очень не хватает. Уже уровень опасности на 11. Нифига себе. Блин, сос так неудачно расположился. Ну, бывает, как говорится. Вроде даже ко мне противники добегают, но урон как-то не наносит. Странно. И щит увеличивать. Щит не ошибка. У него кулдаун увеличится. Или уменьшится. Давай винтовку. В целом должно быть неплохо. Ой, как я неудачно встал. Ой-ой. Повезло. Прям буквально писюлька к писюльке. Максимальным чудом успел уйти от атаки. Элитники вообще не просаживаются по хп, что за жесть. Аттек спид возьму, хорошая штука. Выглядит эффективно, заметьте, магнитов вообще нет. О, а вот и магнит, наныл, как говорится. Возьму дефенс. Пойду магнит собирать. Похоже, в другом городе появился. Давай энерджи щилд. Так, давай еще больше XP. Экспириенс наше все. Нормально так, уважаемый, дамажит. Весьма где-где. Ой, пробежал. Его спасать. Так, вот это говно надо заблочить, остальное можно брать. Давай щит до фула, чтобы он нам больше не мешался. Возьму хпшку, куда-то ее всю профукал. Непонятно зачем. Никто не просил, я взял да профукал. Все как я люблю. Так, weapon critical damage, давай возьмем. Сердечко есть, это всегда хорошо. Просто иногда персонажи так сильно замедляются, кажется, что я в паутине, но я вроде не в паутине. Странно, странно. Так, может быть, снова магнит придет? И у меня все будет хорошо, было бы неплохо. Ой, как неудачно большой дядька по нам пробежался. Никому не советую. Ну давай винтовку до фула, чтобы она не мешалась. Так, магнит. Давай магнит рейндж. Больше собирать, дальше собирать. Это всегда приятно. Причем как-то ситуативно лагает. То сильно лагает, то вообще не лагает. Непонятно. Так, гранату. Пам-парам. Давай это до максимального значения. Деньги главное не забывать. $200. Неплохо. Где взять? Где взять?
Уровень опасности уже 15. Жестко. Надо бы похилиться как-то. Movement speed. Хочу movement speed. Movement speed не ошибка, если честно. Прям очень много магнитов взять надо. Вот, вот, вот. Сейчас будет радость. Ну, хотя бы левелок будет. Давай, пусть это тоже нам не мешает уже. Два левела, нифига себе. Всего два, ну тоже неплохо. Я даже на пол левела рассчитывал. А тут вон сколько. Перезарядку бы работягам выбрать, чтобы они без конца шмаляли. Было бы здорово. Ой, что-то как-то со всех сторон меня обходят. Неприятно. Что-то я думал, я их задамажу, они что-то живее всех живых. Что творят собаки? А с другой стороны, когда я урон получаю, я имею всякую бонусы. Всякие бонусы. Из-за перка. Что, в принципе, тоже прикольно. Но на лоу хп опасно бегать. Как тачку сжимается. Глянуть, сколько фаер... Блин, честно говоря, думал, не будет. 500 урона, но походу крит. Сейчас глянем, что по урону. Так, 125 тысяч фаерволка, флеймфроуэр 800 тысяч. Купол, купол где? А, это этот. Подожди, чего? Так он ни хрена себе дамажит. А, это элемент, по всей видимости, да? Да, нормально. Ну чё, вот так поиграли, посмотрели этого персонажа. Достаточно интересный. Премного всем благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья, играть, пожалуйста, хорошие игры, всем добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.